В Казахстане почти удалось выполнить план пополнения Аральского моря. С начала года туда подали 2 миллиарда кубометров воды. До конца 2024-го планируется направить еще 500 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, воду доставили в близлежащие озера Акшатау, Сургак и Камстабас. Это около 45 миллионов кубометров. Мера позволила уменьшить минерализацию Арала и увеличить популяцию рыбы. Если раньше улов в море составлял 400 тонн, то сейчас около 7 тысяч тонн. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду. В этом году в 10 раз больше – 60-70 кубометров в секунду. На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 миллиарда кубометров.